принять пищу, чтобы я не могла полностью. Мне надо было половина принять, а половина отдохнуть. Понимаете, вот такая слабость. Сейчас она меньше, но все равно держится. Пенсионерка Дарья Кравченко ковид перенесла еще в сентябре. Болела тяжело. 10 дней пришлось отлежать в госпитале с пневмонией, но и после выписки сохранялась сильная одышка. Ходить практически не могла. Восстановлением сначала занимались врачи второй городской поликлиники, затем женщине позвонили и предложили частный дневной стационар в Нагорной части Барнаула. Бесплатно. Здесь такая дыхательная гимнастика замечательная, что я уже прохожу довольно длительное расстояние, 500 метров и больше, чтобы мне отдышаться. И я рассчитываю, что после этого лечения здесь я буду чувствовать себя намного лучше. Под пациента каждого подбирается индивидуальная программа. То есть, но в основном эта программа включает в себя это дыхательная гимнастика, это соляная пещера, галотерапия, это дренажный массаж грудной клетки и бассейн, чередующийся с различной механотерапией. Либо это беговая дорожка, либо это велотренажер. На лечение в этот дневной стационар барнаульцев теперь направляют по полису обязательного медицинского страхования. С января 2021 года в клинике «Территория здоровья» реабилитацию прошли 100 человек, переболевших коронавирусом. Тех, кому самостоятельно восстановиться практически невозможно. Это нарушение функции дыхательной системы, это нарушение функции сердечно-сосудистой системы, такие как одышка, возникновение сердцебиения, невозможность активной жизни, которая была до ковида, повышение температуры тела до субфебрильных цифр при физической нагрузке. Это могут быть выпадение волос, нарушение обоняния, неврологические симптомы. То есть мы все сейчас понимаем, что ковид, он настолько разнообразен. Пациенты находятся у нас в течение 10 дней, и, как правило, все выписываются с улучшением. В основном это женщины, 79%, средний возраст 60,5 лет. До конца года только в этом медицинском центре реабилитацию смогут пройти еще 200 человек. Врачи говорят, несмотря на то, что на ближайший месяц все расписано, попасть к ним реально. Если помощь действительно необходима, обращайтесь в поликлинику по месту жительства. Кстати, восстановление после ковида, рассказали нам сегодня, доступно не только барнаульцам, но и жителям края. Ведь его оказывают в том числе в больницах и поликлиниках региона. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.